В эфире телеканала ННТ «Новости Дагестана». В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Дагестан в пятерке регионов лидеров по наркотизации населения. О чем еще говорил министр МВД на сессии Народного собрания, расскажем через минуту. Никаких отставаний от сроков больше быть не должно. Министерство просвещения, Минобороны и Дагестан подписали трехсторонний протокол. Подробности смотрите далее. Безопасности и качества. В Дагестане начали ремонт дороги республиканского значения Урма-Губден. Два серебра и бронза. Дагестанские боксеры выиграли медали на молодежном Кубке мира. Договорились соблюсти. Министерство просвещения, Минобороны и Дагестан подписали трехсторонний протокол о фиксации сроков сдачи в эксплуатацию образовательных учреждений. Это стало своего рода главным итогом приезда в регион солидного десанта федеральных чиновников. В продолжение темы сюжет Карима Гамаева. 28-я гимназия имени Героя России Абдулхакима Исмаилова выглядела образцово-показательно. Убедиться в этом смогли и федеральные чиновники. Это вот Абдулхаким Исмаилов. И потом вдруг выяснилось, что это на самом деле он был, которого грузил знамя над Рейхстагом. И ему дали с опозданием, правда, в 1996 году Герой России. Гимназия была отремонтирована в прошлом году в рамках проекта «Модернизация школьных систем образования». Ремонтные работы корректировали уже в процессе. Выяснилось, что требуются дополнительные средства на корпус и укрепление фундамента. На это деньги были выделены уже из республиканского бюджета. После детального осмотра школы состоялось рабочее совещание. Разговор вышел прямой и открытый. Завершенные объекты есть, и это хорошо, но есть и школы, где многое все еще предстоит сделать. Это и программа капитального ремонта школ, и программа, которая касается строительства новых школ. Для Республики Дагестан обе эти программы являются такими жизненно необходимыми, с учетом тех задач, которые президент ставил по третьей смене, по второй смене. Для качественного образовательного процесса нужны и соответствующие условия. Об этом еще раз напомнил глава региона Сергей Меликов. Педагог сегодня это не тот человек, который учит детей вычислять, умножать, правильно писать буквы или правильно трактовать те или иные исторические события. Сегодня это еще и воспитатель. И образование, Сергей Сергеевич тоже всегда это позиционирует, образование от воспитания неразделимо. И опять же, переходя к материальной плоскости, нельзя детей воспитывать в школе, которая, извините за сленг, похожа на сарай. Воспитывать всегда нужно на хорошем. После награждения особо отличившихся преподавателей республики перешли к самому главному, а именно к подписанию трехстороннего протокола между республикой, Минпросвещением и Минобороной. В документе четко прописаны сроки ввода в эксплуатацию в 2023 году образовательных организаций, создаваемых в рамках федеральных проектов «Современная школа», «Содействие занятости», «Демография» и «Образование». В свое время в республике много было взято обязательств перед населением, перед, в данном случае, педагогами, да, но в силу определенных обстоятельств эти обязательства были не выполнены или их выполнение было затянуто. Сегодня мы должны выровнять все эти вещи. То есть те моменты, которые когда-то были начаты, но не доведены до конца, мы сегодня и максимум следующим годом должны выровнять. Карим Гамаев, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Больше стали употреблять наркотики, меньше не становится и коррупции. Министр внутренних дел Абдурашид Магомедов отчитался перед депутатами Народного собрания о проведенной работе. Чем запомнилась очередная сессия парламента республики, расскажет Патимат Ханапова. Дагестан в пятерке российских регионов по наркотизации населения. Причем возглавляют рейтинг все субъекты Северного Кавказа. Речь идет о зачастивших случаях распространения и употребления запрещенных веществ. Министр выразил обеспокоенность ситуацией и даже попросил поддержки в борьбе с наркоманией. По словам Абдурашида Магомедова, вряд ли удастся переломить ситуацию только силами полиции. Выявленных преступлений практически 95% выявлено сотрудниками органов внутренних дел. Я здесь не в упрек, но это говорит о том, что основная часть нашего общества где-то находится в стороне от этих проблем.
И поэтому, наверное, силами карательными, силами, я вас уверяю, мы эту проблему, а это мировая проблема, и мы эту проблему не решим. Нам необходимо работать, начиная со школ, в семье, в общественных организациях. Пока мы не сосредоточимся на этой работе, все, и общественные организации особенно, и педагогический состав, и все, кто должен этим заниматься, я думаю, что говорить сейчас просто пустые слова о том, что мы в ближайшее время эту ситуацию переломим, будет с моей стороны не очень корректно. Коррупция в республике также традиционно не дремлет. Около 800 преступлений зарегистрировано всего за год. 10 глав городов и районов привлечены к уголовной ответственности, а также более 200 должностных лиц федеральных органов власти, республиканских, министерств и ведомств. Однако есть и положительная тенденция. Так, уровень преступности в регионе 3 раза ниже, чем в целом по стране. Особо хотелось бы поблагодарить граждан Республики Дагестан за их соблюдение правопорядка и соблюдение закона. У нас преступность почти в 3 раза меньше, чем в среднем по России, в 1,5 раза в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу. Говорит, что мы должны с благодарностью относиться к нашим людям. По словам министра, незначительные, но положительные результаты дают меры, предпринимаемые для обеспечения безопасности дорожного движения. Доля уголовно наказуемых в ДТП снизилась, однако, как ни странно, число погибших растет, как и количество аварий на дорогах. Общее количество дорожно-транспортных происшествий возросло на 4,5%, погибших на 5,5%. Число выявляемых нарушений правил дорожного движения превысило 3,1 миллион фактов. То есть вы понимаете, у нас практически каждый житель населения, республики, независимо от возраста, получается, привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среднем 1,5 раза участились случаи превышения скорости и выезда на полосу встречного движения. В целом же отчет министра внутренних дел депутаты и руководство Народного собрания оценили исключительно положительно. Острых и неудобных вопросов никто не задавал. В адрес Абдурашида Магомедова прозвучали лишь слова благодарности за проведенную работу. Спасибо вам, что сегодня в республике такая стабильная обстановка. Уверен, что органы внутренних дел впредь будут активно решать поставленные задачи, обеспечивать дагестанцу возможность спокойно жить и трудиться. Министерство внутренних дел и в дальнейшем может рассчитывать на поддержку депутатов Народного собрания. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Дорожные службы начали ремонтировать дорогу республиканского значения Урма-Губден в Карабудахкенском районе. Более 14 километров пути будет реконструировано уже к июню текущего года. Просадки, сетка трещин и ямочность. За годы эксплуатации на дороге появились значительные дефекты. Учитывая важность данного маршрута и интенсивность движения, объект был включен в национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Более 10 тысяч жителей и выходцев Шамильского района приняли участие в коллективном ифтаре, который состоялся на территории духовного центра Иссы, мир ему. В программу мероприятия вошли чтение священного Корана, проповеди ученых, нашиды, а также театрализованная сценка из жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение. На праздничное мероприятие пришли с семьями. Организаторам помогали волонтеры. Среди участников разыграли путевку на малый хадж Умра. Вечер завершился коллективной трапезой, который символизировал окончание дневного поста. Такие мероприятия, конечно, влияют на общество. В основном она влияет на молодежь. Молодежь видит, что взрослые люди каким образом относятся к ильму, относятся друг к другу, для учения братства, для того, чтобы люди увидели братья друг друга. Учение нравственное, в основном от нравственности делается. И в заключение о спорте. 3 медали выиграли дагестанские боксеры на молодежном Кубке мира. Соревнования с участием более 200 спортсменов из 23 стран прошли в Черногории. Магомед Паштаев и Рамазан Магомедханов принесли сборной команде России серебряные медали, а Расул Магомедов стал обладателем бронзы. Призеры турнира обеспечили себе участие на первенстве Европы, которое пройдет в апреле в Ереване.
Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также в соцсетях и до скорых встреч!